Ребята, всем привет, вы на канале «Семья на чемоданах». Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, в новое путешествие. Я вам покажу сегодня самый топовый пляж в Америтинке. Здесь повсюду реклама, они так и заманивают туда всех туристов, поэтому мы пойдем с вами и все посмотрим. Все узнаете чуть позже, как что называется и где мы сегодня с вами погуляем. Погнали. Здесь, значит, ребята, есть вот такая вот бесплатная парковка. В принципе, даже сейчас сезон, июль, и мест на ней хватает. Но вечером здесь, наверное, мест не будет. Но если что, вот через дорогу возле ЖДшки тоже можно оставить машину. По всему Олимпийскому парку стоят вот такие вот бело-синие туалеты. Они, ребята, совершенно бесплатные, убранные, поэтому можете смело заходить, справлять нужду. Это, ребята, Олимпийский парк. Здесь зимой, летом, весной, осенью всегда прекрасно. Открывается шикарный вид на горы. Конечно, кроме лета, всегда снежные шапки, от этого вид еще лучше. Здесь, значит, вокзал, Америтинские курорты. Здесь очень красивые фонтаны, получаются шикарные фотографии. Здесь огромный выбор проката электротехники на любой вкус, цвет и кошелек, как посуточный, почасовой, так же поминутный шеринг. Установили здесь вот такие вот флаги нашей любимой России. Идет грандиозная стройка, что-то здесь, а это концертно-театральный комплекс вроде как строят, вроде как. И еще, ребятки, есть вот такая шикарная локация с высоченными пальмами, где вы можете сделать, ну, очень крутые фотки. Это прям топчик локаций в Америтинке. Сюда загоняют машины, делают классные фотографии. И надпись «Russia 2018 год». Что касается, ребята, локаций, в нашем авторском гайде вы найдете не только фотолокации топовые, так еще и просто достопримечательности, советы, рекомендации. Мы прожили в Сочи достаточно количество времени, пропутешествовали, начиная от Лазаревска, заканчивая Красной Поляной. Все посмотрели и упаковали это все вот в наш гайд, в нашу такую книжечку, которая стоит всего лишь 490 рублей. Чтобы ее приобрести, напишите либо мне в инстаграм, либо Настеньке в инстаграм в директ. Прямые ссылочки в описании под этим видео. Приобретайте, изучайте, путешествуйте по Сочи с легкостью и с удовольствием. Давайте продолжать. Так, вот это у нас такой длинный, огромный. Это Сочи автоспорт-музей, автодром. С другой стороны проходят гонки. Не переключайтесь, сейчас буквально попозже я вам покажу, как гонки можно смотреть бесплатно. Они здесь проходят очень-очень часто. А мы сейчас с вами подойдем к вот этой схеме и посмотрим, что вообще здесь есть. В общем, чего здесь только нету. Мы сейчас с вами вот так вот плавненько пойдем, захватим часть олимпийских объектов и пойдем сюда смотреть пляж топовый. Здесь очень красиво. Сюда вы можете просто приехать погулять. Лучше всего взять что-то электрическое и просто покататься, объехать здесь весь парк, посмотреть все объекты, особенно на жаре. Это сэкономит ваше время, и смысл как бы останется один и тот же. Вы все увидите и все посмотрите. Здесь прекрасные пальмы. Что не пальма, то фотолокация. Что не куст, то фотолокация. Красиво все подстрижено, высажено. Классно, можно зарядиться холодным квасом. Вот поставили, не было. Да, мне кажется, для девчонок здесь прогулка будет просто вау. В общем, по всему парку расставлены вот эти шеринги. Здесь просто можно с ребенком приехать и поучить его кататься. Вот, например, на роликах, как сейчас ребята под вот этими красивыми деревьями расположены вот такие вот лавочки, где можно посидеть красиво, уютно. Правда, листва падает от сильной жары. Нет, это не осень, это просто сильная жара пересушивает. Мы проходим чуть дальше. Здесь снова прокаты, кофе, сувениры можно купить, можно взять вот такие вот на прокат. А вот с этой стороны трасса картинга. Сейчас мы туда с вами подойдем. Я вам все покажу, как это выглядит. Вот это главная трибуна.
чтобы посмотреть на гонки, но трибуну бесплатную я сейчас вам покажу. Вот смотрите, мы прошли совсем немножко, и нас опять встречают туалеты. То есть, придя в Олимпийский парк погулять, вы не испытаете дискомфорт, что вам нужно куда-то в туалет и бежать, где-то платить деньги. Мне ребята совершенно бесплатные. А возле туалетов стоят вот такие вот снековские аппараты, где можно купить водичку, либо что-то перекусить. Они, кстати, тоже расставлены по всему парку. Ой, как же тут классно. И здесь, получается, видите, когда солнце светит оттуда, то здесь, получается, тенек, и можно идти как по солнцу. Сами выбираете, так и по теньку. Так, друзья мои, нас не было в Сочи всего лишь месяц, и тут что-то вообще все поменялось. И нету картинга. Не знаю, почему. Очень странно. Ну, в смысле, смотрите, трасса есть, но нет машинок. И вот тут стояла будка. Вот даже следы, да, от нее остались, где вы могли все купить. Здесь играла музыка, здесь был такой движ. А сейчас получается только трасса. Так, соответственно, вопрос сразу к местным жителям. Кто в курсе, почему картинг убрали, напишите, пожалуйста, в комментариях. Прям, друзья, возле картинга есть, значит, купол. Там музей Тесла. Опять прокат. Дальше механический музей Леонардо. Вот он, видите, Тесла шоу проходит. Есть, значит, Дино-клуб, в котором мы были. Дальше магия иллюзии. Она только вот открылась, и уже не хватает буквы И. Так, и Сочи парк. Там можно провести день рождения. Вот в самом Сочи парке мы не были. Были наши знакомые несколько раз, разные знакомые. Вот, и, ну, говорят, так себе. Соответственно, перед нами сам Сочи парк, в который я безумно хочу попасть, но жду, когда подрастут мои пацаны, чтобы с ними сходить и оторваться. А может быть, как-нибудь сгоняю один. Так, пошлите теперь на ту сторону, там тоже есть что посмотреть. Вообще, когда мы жили в Сочи, мы очень часто по вечерам приезжали именно сюда, потому что тут не так уже светит солнце. Здесь постоянно так гуляет ветер, я думаю, микрофон сейчас тоже задувает, вы слышите. И здесь есть очень крутая детская площадка, смотрите. Вот, значит, главная трибуна, про которую я говорил, и вот от нее начинается такая большущая детская площадка, где есть баскетбольное кольцо, есть, значит, турники, и дальше начинается большая зона для детей, типа веревочный парк. Горки, всякие развлекалки. Причем это площадка, ребята, для совершенно разных возрастов. Координаты этой площадки мы, кстати, также указали в нашем гайде. А после площадки начинаются мосты в стиле Олимпийских колец. Точнее, не в стиле, а в раскраске Олимпийских колец. 5 цветов, 5 мостов. А тут вон люди кричат, покоряют американские горки. Да, безумно крутая штука. Гляньте, как они кричат. Это прям жестко. Желтая попроще. О, смотрите, их затягивают. Сейчас они полетят вниз с огромной скоростью, спиной вперед. Вот это кайф. Теперь про лайфхак, о котором говорил. Смотрите, когда идут гонки, вы можете прийти на детскую площадку, залезть вот там на турники и наблюдать, как проходят гонки. Либо если вам, вы стесняетесь прийти, у вас нет детей, залезть на детскую площадку, то просто подходите вот сюда вот на самый крайний мост, это красного цвета, встаете и также смотрите. Там тоже открывается нормальный вид на гонки. А после того, как вы спуститесь с этих мостиков, вы попадете вот в такое пространство, где снова всякие электроприблуды. Да-да, на самом деле, Олимпийский парк, как и в принципе все Сочи, просто наполнен вот этими всякими
самокатами, машинами, мотоциклами. То есть здесь прям это такая ниша достаточно очень и очень развитая. Если вы приедете из каких-то регионов, где у вас этого нету, а я знаю, что приезжает огромное количество людей, которые впервые вообще видят весь этот транспорт и берут, конечно, катаются и наслаждаются. Ну, самое главное, нужно быть предельно внимательным и очень аккуратным. Вот тук-туки местные. Здесь, значит, смотрите, есть планетарий, снова туалеты, колесо обозрения, отель «Богатырь», стадион «Фишт». И вы только посмотрите на этот огромнейший, ребята, прокат. Сколько тут количества этих, и даже вообще представить не могу. Вот еще один, то есть их очень и очень много. А сейчас пойдемте с вами пройдем к главному. Главной достопримечательности – это факел. Так, ребята, а пока мы идем, я хочу вам кое-что рассказать. Вот смотрите, вот этот лесочек. Кто бы мог подумать, но я сам относительно недавно узнал, я думаю, что из вас многие вообще не знают этого. Вот тут находится кладбище, представляете? Его закрыли вот так вот елками, забором, что вообще никогда не догадаешься, что здесь кладбище. Но на самом деле, когда здесь была просто низменность сибиритинская, здесь действительно находилось кладбище, и люди просто отстояли это место и сказали, нет, снести не дадут. И вот так вот его аккуратно закрыли. Ну и вот мы с вами подошли к главной достопримечательности. Здесь, значит, по вечерам стреляет, понятно, фонтан, он подсвечивается под музыку, красивый, интересный. Также здесь в определенные сейчас дни бабахает фейерверк, такой фестиваль фейерверков называется, и в Олимпийский парк, получается, делают вход платный, поэтому вы не расстраивайтесь, не наводите панику, это не каждый день, это понедельник, среда, пятница, по-моему, но лучше посмотрите на сайте Олимпийского парка. Также здесь есть вот такие домики, где продают всякую разную еду. Это кухня народов мира, типа Турция, Америка. Но по факту вообще полная шляпа. Мы как-то хотели купить, а по сути вообще ничего нету. И здесь то же самое. Не знаю, может быть сейчас в июле что-то изменилось, но по крайней мере в июне, кроме, как говорится, воды и какого-то чебурека, там купить ничего было нельзя. Вот, я не пошутил, ребята. Дурно стало, как будто на чужую территорию заглянул. Фу. Ну, короче, вы поняли. Я просто хотел вам показать, чтобы вы знали, что вот тут вот кладбище. Такие сейчас были, правда, не совсем прям приятные. Я, если честно, вот, не думал, что я увижу там кладбище. А еще у меня вообще вопрос, как сюда проходят местные, тех, у кого здесь похоронены родственники. Потому что я вот, получается, по кругу обошел и не вижу никакого входа. А еще обожаю Сочи за то, что здесь постоянно круглый год что-то цветет. Вот распустились вот такие деревья, которые просто по всей Мелитинке цветут. Они капец какие красивые. Есть вот такие вот листочки. Я не знаю, как эти деревья вообще в принципе называются, но смотрятся они прям классно. Вот такие. Короче, разные оттенки розового. Наверное, это так. А дерево, наверное, одно и то же. Значит, мы с вами сейчас покидаем уже территорию Олимпийского парка и будем идти в сторону набережной. Отсюда открывается вид на грандиозную стройку, которую я уже неоднократно показывал в своих выпусках. Дискомфорт на несколько лет, по-моему, в 2024 году должна закончиться эта стройка. Не факт, что она закончится. Получается, из-за нее все проходы на набережной перекрыты. Вся инфраструктура типа бизнеса, палатки, там ресторанчики, какие-то развлекательные штуки для детей, они тоже все убраны. То есть в этой части набережной Мелитинки нету ничего. Сейчас я более подробно вам покажу. Люди, которые отдыхают вот в этом вот отеле, Сириусе,
у вас будет вид на стройку и получается звуки постоянной стройки, масштабы огромные. Далее, те, кто снимут отель, номера себе в отеле «Богатырь», вот на эту сторону, соответственно, то же самое. У вас будет вид на вот эту грандиозную стройку. Вид на горы и на стройку. Так вот идешь, просто море не видно, ничего не видно, просто зеленый забор, просто стройка. Раньше здесь был такой туристический проход. Классный. Кто-то говорит, колхоз там туда-сюда. Блин, ну колхоз не колхоз, а люди приезжают отдыхать, и людям с глубинок, им это по кайфу, такая атмосфера. Вот он еще получается, Сочи парк, колесо обозрения, логотип Сочи парка, фотозона такая тоже, сам отель «Богатырь», сам Сочи парк. Так, здесь, видите, вот есть указатель, набережная, приносим свои извинения за время неудобства. Так, это что здесь открылось? Монтера Резидент. Не знаю, что это такое, непонятно. Так, здесь, значит, сделали велодорожку и сделали парковку. Вот это хорошо, только я не знаю, для всех ли это парковка. А парковка это, ребята, Монтера, офис продаж, парковка. Вот так вот. Ладно, пойдемте. Вот сюда, здесь, видите, сделали шлагбаум, положили асфальт. Ну, как минимум, уже хорошо. Такая вот парковочка небольшая. И проходим. Это сейчас еще так окультурили, положили асфальт. Здесь можно проехаться на самокате, либо там на скейте, на чем вы едете. До этого было перекопано все, ходить было даже невозможно, потому что стояла пыль. Отлично, что сделали козырек, что можно даже идти немножечко в тени ближе к вечеру. Вот. Ну, стройка там. Вот, слушайте. Пилы. Молотки. И вот это все гремит и отдает эхом прям в окна этого отеля. Ну что, на этой стройке уже начинает даже что-то появляться. Возводят быстро, буквально несколько месяцев назад. Делали только фундамент и здесь забивали. Что не могли забивать, то ли сваи, то ли что. Здесь такой стук стоял, просто нереальный. Вот, еще здесь раньше стояла мусорка. Точнее, не одна, а штук 10 баков. И была огромнейшая вонища. Так, вот. А, это схема движения. А вот паспорт объекта. Вообще, раньше это должно было быть отель «Мариотт», а сейчас паспорт объекта вот такой. Конгресс-центр, блок А, блок Б, гостиничный комплекс 5 звезд. Изменили они, значит, название, офис продаж, значит, здесь себе можно купить апарты. И вот надпись «Кока-кола» осталась от того туристического прохода, про который я вам говорил. Здесь также вот прямо справа, вот за вот этим забором, вот за вот этой частью, находились всякие динопарки, детские, всякие развлекательные штуки, типа, знаете, тир, гонки и так далее. Вот. Повезло Боха, его не тронули. Вот. И все, и мы с вами попадаем на набережную. И пляжем. Сейчас посмотрим, какие здесь пляжи, но наша цель не какие-то вот эти сейчас пляжи, а идти направо в сторону самого клевого пляжа. Сочи парк. Касса, можно здесь купить себе билет на аттракционы. И вот мы с вами попадаем. Воздух, смотрите, 33. Вода 25 градусов. Это пляж «Богатырь». Такие здесь бунгало, спа, такой голубенький стиль, красивый. Сделали заход, для колясочек сделали, все красиво. У них есть ресепшн, мороженое, всякие палаточки. Вот можно взять полотенчика на прокат, спасательная вышка и
куча-куча людей. А самое главное, посмотрите, какой они сделали крутой спуск в море. Безумно удобный. Сразу же детская территория для купания. Клево. Здесь есть туалет, который стоит даже 30 рублей. Спасательный пост и аптека. И снова металлический забор. Вот раньше вместо забора стояла куча инфраструктуры, в которой можно было спускать баблишко, а сейчас нет. Значит, справа забор, слева бетон и кусочек моря видно с моего роста. Так, ребятки, мы, короче, с вами идем сейчас вот где вот этот мост, пирс. Идем туда, будем смотреть, там пляж. Здесь, кстати, тоже поставили вот такие вот пластиковые штуковины, сделали пирс, которого люди ныряют. Здорово, прикольно придумали. Так, а тут видите часть пляжа, который раньше когда-то в 19 году назывался пирс. Сейчас он также малолюдный. Вот хотите уединиться, приходите на этот пляж. Видите, как мало людей. Здесь вот эти булыжники. Вот, ну посмотрите, вообще никого. Вот это я понимаю отдых. В общем, вот это вот часть пляжа тоже, получается, относится к богатырю, но как и в далеком 19 году, ну не в таком уж и далеком, он малолюдный. Блин, ребят, вот говорю, если вы любите уединение, действительно насладиться морем, то приходите именно на вот этот пляж, запоминайте, вот пирс, и слева от пирса получается большая территория, где с вами идем вот на этот мост. Так, ну что, ура, дошли. А здесь, значит, открыли забор и на эту сторону, и на ту. Здесь с этого пирса, вон, видите, парнишка прыгают туда. О, видите, пошел, бам. А про пляж, которым говорил, ребята, это пляж Роза Хутор. Сюда, между прочим, ходит трансфер для тех, кто проживает в горах на Роза Хутор. Сюда привозят бесплатно, утром, вечером забирает. Посмотрите, какая здесь чистейшая водичка. Я не знаю, как будто здесь другое море, но она здесь реально другая какая-то. Я не знаю, почему, с чем это связано. Мы это, говорю, сейчас запомнили в 19 году, когда тоже жили, кстати, мы на Розе, приезжали сюда купаться. И посмотрите, какая глубина, и видны камни. Видите, как здорово. И вон там вот, получается, в самом центре пляжа народу очень много. А вот здесь уже поменьше, то есть здесь можно кайфно покупаться. Видите, а на этой стороне вода как бы тоже норм, но вот какие-то белые пузыри. Бах, один, сейчас еще поедет, смотрите. Бух, ну по кайфу вообще. Красота. Такое, знаете... Так, ребята, я решил на Роза Хуторе искупаться, но не классически, а пойдемте все-таки с вами оттуда прыгнем. Я, конечно, давно не прыгал, поэтому очень стрёмно, так что давайте лайками поддерживайте, а я шагаю. Я готов, я не очкую, не, на самом деле я очкую. Еще и бежать без тапочек очень-очень горячо. Так, вещи тормознул на пляже. Надеюсь, никто их не подрежет. И самое главное, что я очень надеюсь, что я не утоплю камеру. Фу, не знаю, как это будет. Сейчас попробуем, короче. Стрёмненько.
Слушайте, ну в принципе лететь не сильно высоко. Ладно. Далеко уходишь под воду? А хрен знает, вон сейчас идет наш прыжок. Блин. А, ты не прыгал? Да. Блин, я думаю, затоплю я ее или не затоплю. Сколько там метров-то? Ну, 4, наверное, где-то вниз. Не, ну я имею в виду, а на сколько уходишь-то? А, да не намного, я 2-2, наверное. 2-2,5. Так, ну короче, ладно. У тебя вес небольшой. Ну да. Может, ты вообще не уйду, да? Далеко не уйдешь. Так, ну все. Погнали. Ну, огненно. Так, ну что, я решил, что одного раза будет мало, поэтому прыгнем еще раз и все, и пойдем, покажу вам этот пляж. Блин, прыгать, конечно, страхово. Вода заходит прям полностью в голову. Но сейчас еще раз прыгнем. Еще раз так, а потом прыгнем. Что, не будете прыгать? Ну, погнали. От души. Все, погнали смотреть розу. Дайвинга, кто желает, может сюда приехать и отправиться на глубину с специалистами. Везде, в общем, эти флаги, набережная, стадион Фишт, вот запоминайте, да, как ориентир, это стадион Фишт. И вот начинается уже непосредственно сюда заход, вот все, что здесь есть. А вот он, главный вход. Здесь, кстати, вот это тоже часть набережной кайфовая, потому что заканчивается здоровый бетон. Ты можешь действительно с кайфом понаблюдать и просто погулять. Для колясок спуск есть, для людей сделали комфортную лесенку. Посмотрите, вот такой вот у них, значит, ресепшн, где есть цены. Шатер 4500, шезлонг 500, полотенце 200 рублей. Вот такой вот красивый загар. Просто подходите, и вас обливают кремом. Прикольно. Есть различные схемки, как все располагается. Вот. Да, слушайте, ну что сказать, ну круто, круто же, круто. Вот есть сразу детская игровая комната. Детские прыгунки. Конечно, это все платно. Все стоит денег, но тем не менее классно все устроено. Здорово. Душ. Ну, душ тут понятно. Здесь, кстати, была как-то даже питьевая вода. Крантик стоял. Мы пили, проверяли. Вот, смотрите, еще вот такая вот шикарная детская площадка. Ну, реально шикарная, шикарная детская популяция. Вот. Видите? Настильчик. Здорово. Новая, кстати, детская площадка. Раньше была не такая. Классно. Настилы, флаги. Розахутер туда пошел, теневой навес. Широкая береговая линия, очень широкая. Мусорки стоят, бунгало, все по красоте вообще.
И что могу сказать? Ну, мало людей. В принципе, в море не такой борщ, как там, в Меритинке. Так, вот тут получается от солнца Кларенс или Клэренс 100 метров до моря, Сочи 300 метров, Париж 3000 километров. Да, тоже такая прикольная локация. Это все идет дальше. Этот же пляж, он достаточно длинный. Здесь такие спа-процедуры, можно сгонять на массаж, заплести себе косички, переодевалки, душевые, все в таком очень красивом деревянном стиле. Мне очень и очень нравится. Кстати, этот пляж имеет голубой флаг, так же, как бархатные сезоны. Вот и набережная, прекрасно. Посмотрите, какая шикарная волейбольная площадка. Ее, кстати, зимой просто закрывают, здесь вообще все разбирают, здесь ничего нет, всегда пусто. А в сезон они делают великолепные вещи, даже по-другому сказать нельзя. Смотрите, какой сделали для детей такой вот аквапарк. Здоровский. Вот, и для маленьких поменьше, да, отсек, и для более старших еще одна получается. Смотрите, игровая зона. В общем, здесь оборудовали шикарно. Сразу после пляжа Роза Хутор начинается пляж Рэдисон. Это не тот, который там, а отель Рэдисон еще есть вон там дальше, который находится в Мерединском курорте. Это вот пляж и здесь, потому что там пляж уничтожен, там нет пляжа. Что, ребятки, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Как вам? Пишите в комментариях, как вам обстановка здесь, в Мерединке, как вам вообще пляж Роза Хутор. По мне, так он просто... Как вам? Жду ваше мнение в комментах, пишите. Это каждый комментарий помогает в развитии канала, поэтому поддерживайте, и каждому очень благодарен, кто поддерживает. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!